не ловится, а у нас ловится. Мы уже юколы наделали, головки накоптили. Да. Еще в поселок отправим. Вы сюда приехали первый раз, да? Да. Поездили вы со мной по тундре, предпеть возил двоюродного обратно, обратно, вы сейчас записываете? Пишите, правду говорю. 43 года здесь живу. А вообще Анада, как вы думаете, красивый город? Ну, сейчас он даже, по-моему, второе место по чистоте занял в России. Ну вот, раньше был, все, по теплотрассах ездили. Ну, я же проездил, считай, 43 года. Вот, пошел все. Сейчас тут вот, компактный город, все, сейчас дворы доделают. И вот он, кстати, Рома здесь был прописан в этом подъезде. Добрый день, Михаил Владимирович, слышно вас хорошо. Добрый день, рада вас видеть. Мы сегодня как раз приехали, чтобы посмотреть на получший энергоблок Академии Ломоносов. Да, тут видите, как до погранцов 100 рублей. Все, спасибо. Полярная 14. Юкола отделяю от кожи, шкур, это еще не все, мы домой повыносили. Каждый год ставите ярангу, да? Да, каждый год ставлю, да? Ярангу. А зачем? Рыбачить, на зиму себе заготавливаю. Вот. Можно же и в магазине купить. Кого? Вот это ты не купишь. То есть, получается, сырую рыбу вот так разрезаете и потом вешаете, да, чтобы она сушилась? Или нет? Вялилась, да. Соленая она, да? Ну, чуть-чуть, это... слегка. А ее надо обязательно вешать над костром, над, да? Костром, чтобы она прокоптилась и провялилась. И периодически на улицу вытаскиваешь. А, ага. Проветрить, да? Да. Валентина Ивановна давно, да, уже в твоей ванне живет? 49-го года. А почему вы говорите, что север для молодых, для взрослых уже не подходит? Мне вот, допустим, не подходит. У нас стоит килограмм помидор 720 рублей. Угу. Вот даже еще не зима. Угу. Огурцы также. Вот в родник зайдите через дорогу. Цены бешеные, я не знаю. Северный наш огурчик прямо в грядке. Свежайший, с цветочком, красивый, твердый. Вкусный. Масштабы теплицы не позволяют нам обеспечить весь город, да, поэтому мы стремимся расширить свой именно этот бизнес. В социальные учреждения мы отправляем по 385 рублей, в свободную продажу это по 450 рублей, а привозные 750 рублей в среднем. И то не факт, что они придут хорошего качества. Вы же понимаете, что логистика наша такова, что огурец летит 8-9 часов и не совсем хорошего качества прилетает, да.
едят, мясо едят, потом делают жир нерпичий в медицинских целях, топят в водяной бане, растирку делают, у кого пневмония, там это, белушки тоже, тихий холодец, лосо хорошо делают. И тихим тоже едят, ну все едят. Пойдемте, я вам презентацию успею, чтобы вы там, ваши там три слайда. Я помню, я же выучил. Так охота в тундру съездить, где детство прошло. Хотя, говорит, там ничего нет, не осталось такого при наших родителях. Сохранят нам традицию оленеводства. Ну, рыбалка, она. Все рыбачат. Уже привыкли здесь, но все равно в тундру тянет. На свои исторические. А мы уже оседлые. Асфальтные называли. Ну, городские асфальтные, где асфальт. Да, асфальтные. Ага. Уже по тундре. Мне Галинка бегает, а я уже... Тундра красивая, вот сейчас самая пора. Я вчера поехал, ягод наелся, грибов насобирал. Вот тут здесь за вертолеткой. Лимоны сегом, рамки эпи, анкасормы епи, мити пенегом, синиткин дырек, не на яйгом. Ну и все. Это песня. Сочинил дядя Олег Рольдштайн. Это брат моей мамы.